Мы настаиваем на том, чтобы закон вступил в силу немедленно, после опубликования, в течение 10 дней, ну, как и положено, и с тем, чтобы уже осенью этого года, в единый день голосования, возможно, в каких-то регионах прошли выборы. Кстати, я должен сказать, что вместе с Николаем Левичевым мы буквально вчера сидели, работали, и в том числе смотрели состав нашей фракции. Где-то около 28 кандидатов у нас есть на посты губернаторов в различные регионы и состав нашей фракции. То есть мы самым активным образом будем в этой работе участвовать. С точки зрения, что там Путину нужны или не нужны, я еще раз напомню свою мысль, с которой я выступал во время всей президентской кампании. Путин вынужден будет, хочет он этого или не хочет, идти на очень значительные перемены и в политической сфере, и в социальной. Жизнь его заставит. Если хотите, народ его заставит. Можно спокойно радоваться, что уже волна оппозиционных митингов, протестов спадает, но я вас уверяю, все только начнется после 1 июля, когда вступит в силу 83-й федеральный закон, когда, вероятно, повысят тарифы на ЖКХ. Вот осенью мы увидим, значит, возможно, совершенно другие требования и совершенно других людей, может быть, и на улице. А может быть, и не придется людям ходить на улицу, потому что здравый смысл возобладает, и эти самые долгожданные перемены наконец-то наступят.